На завтрак я часто запекаю мясо в духовке, либо делаю на сковородке куриное филе. Вернее, филе куриной грудки. Я его делала по-разному, но всегда оно получается суховатое. Один раз я попробовала его сделать так. И поделюсь сейчас этим рецептом. Промытое филе солю. Добавляю любимые специи. Ну вот, к примеру, у меня всевозможные травы. Набор трав. Немного добавляю перца, чеснока. И самое главное, что сюда добавляется? Французская горчица. Я попробовала сделать так один раз, совершенно случайно, и теперь по-другому не делаю, только с ней. Горчицу можно положить с обеих сторон, но я делаю с одной. И оставляю этот кусочек мяса на какое-то время, хотя бы на полчаса, на час, чтобы он как следует пропитался. В сковородку добавляю немного воды, растительного масла и кладу мясо. Тушу с обеих сторон до полной готовности при закрытой крышке. Когда вода полностью испарится и мясо будет практически готово, при желании можно слегка подрумянить обе стороны куска. До полного остывания мясо так и остается в сковороде, затем я его убираю в контейнер и в холодильник. Охлажденное мясо режется лучше. Посмотрите, какое оно получилось. Осталось нарезать и на бутерброды. Можно его даже подать к столу в составе мясного ассорти. Попробуйте. Если у кого-то есть какой-то интересный рецепт, пожалуйста, пишите, будем делать вместе. Всем мира и добра и до встречи!